Добрый день! Сегодня мы с вами сделаем мощную технику пробуждения «Я – сверхчеловек». Сейчас встанем, приготовим 7 листков А4, затем положим перед собой друг перед другом, создадим из них путь и пройдем его. 7 путей трансформации. Встаем на первый лист. Дыхание. Закрываем глаза и делаем глубокий вдох. И выдыхаем, считая 1, 2, 3, 4. Вдох. И выдох. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И еще раз. Вдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Переходим на лист 2. Расслабление. Руки, спина, шея, язык, лицо, лоб, челюсть, пальцы на руках, мозг. Мы расслабляем свой мозг, сжали его внутри черепной коробки, расслабили. Сжали мозг, расслабили. И стоим, спокойно дышим. И переходим на третий лист. Очищение себя. Собираем весь негатив внутри себя, весь темный материал. Складываем его в коробочку и мысленно растворяем. Лист 4. Очищение пространства вокруг себя. Представьте, что в ваших руках живет волшебный свет. Поднимите руки. Поиграйте этим светом. И вы можете сейчас, благодаря вашим рукам, очистить пространство вокруг. Свою ауру. Убираем черные пятна в своей комнате. Шаг 5. Пятый лист. Соединение с Землей и космосом. Опускаем свое внимание вниз, к центру Земли, и видим яркий шар. Берем свет из этого шара и поднимаем его из Земли к своим ступеням. И дальше, через нас в небо, мы протягиваем невидимую нить из Земли во Вселенную и берем из Вселенной серебристую ниточку и протягиваем ее через нас в Землю. Внутри нас бегут два потока яркого света — внисходящий и вверх идущий, внисходящий и вверх идущий. Лист 6. Мы плавно выходим из своего тела и поднимаемся над собой. Затем наше астральное тело встает на лист 7. Мы же остаемся на месте. Итак, тело на листе 7 и ждет. Мы ждем яркий свет сверху. И вот он спустился на нас.
Мы поднимаемся по нему и улетаем. Легко и свободно. Выходим в астрал. Сейчас мы там, где приятный свет и энергия. Там, откуда наша душа начала свой путь. И сейчас мы ощущаем ее силу и ее возможности, ее сверхспособности. Почувствуйте, что умеет ваша душа, из чего она соткана, какие великие дела она может совершить во благо себе и окружающим. Вы ощутили свою уникальность и неповторимость. Говорим «да». Так, чтобы «да» прошло через всего тебя. Да. Да. Я начало. Я свет. Я есть сверхчеловек. Да. Я начинаю учиться исполнять свои намерения силой мысли. Я развиваю и поддерживаю мысль, что я сверхчеловек. Думая об этом, я свечусь изнутри. Мои возможности безграничны. Я верю, я верю, я верю. Я имею возможности и желание воплощать свои мечты в реальность. Свои мечты в реальность посредством мысли. Я наполняю все вокруг энергией моего намерения. Что я хочу больше всего? Что хочет моя душа? О чем я мечтаю? И я вижу, как это реализуется благодаря мне, моим действиям и жизненным обстоятельствам, которые легко и свободно входят в мою жизнь, во благо себе и окружающим. Я каждый день держу реализацию своего намерения в голове, воплощаю и делаю следующий шаг. Здесь и сейчас я вижу свои возможности и их исполнение при помощи меня или без меня. Я наблюдаю. Пришло время возвращаться. Мы возвращаемся на седьмой лист и плавно входим в наше тело на шестом листе. Новое, очищенное и заряженное тело благодаря двум потокам, которые, пока вас не было, выполняли свою работу очищения и подзарядки вашего тела. Когда будете готовы, открываем глаза.